Я, если честно, лет 10, наверное, не каталась на лыжах. Я последний раз только в школе на ходовых лыжах, не на горных. Ну, пойдем посмотрим горки, не знаю, сможем ли мы спуститься вообще. Пойдем. В планах, ну, сейчас как минимум отточить технику движения и попробовать скатиться с какого-нибудь небольшого склона. Попробовал сейчас кое-какие хваты, в основном связанные с кулачным зажимом. А с 1 по 9 класс, когда у меня была физкультура, мы ходили на лыжах, и меня всегда учителя заставляли надевать протез. Поэтому сегодня, когда я решила выбраться и попробовать спустя десятилетия опять встать на лыжи, я тоже не стала его снимать, не стала его оставлять дома. Спуск на параллельных лыжах, руки на колени, давим на языки ботинок. Угу. Лично помогало держать равновесие за счет того, что ты чувствуешь тело таким, каким оно должно быть при его полной комплектации. И когда тебе говорят, поставь руки в боки, ты их реально ставишь руки в боки, ты чувствуешь свое тело более полноценно. Ну, это определенно новый опыт, интересный опыт. Единственное, получилось далеко не все то, что я запланировал на сегодня. Винсент отлично справлялся с моими падениями, он пережил все удары. Никаких повреждений я не заметил, он по-прежнему работает точно так же, как я, когда сюда приехал. Так, теперь, как говорится, зима, можно испытать одну особенность этого протеза. Я сейчас попробую снежки слепить. Ладно. Да. Так. Получился. Так. Фу. Вроде тоже получилось. Кирилл. Ну что, мир? Ну давай, мир. Оп.